Всем привет, меня зовут Грицкив Самир. Я основатель детского интернет-магазина «Карапузов.com.ua». Те, кто следит за нашими видеообзорами, знают, что мы являемся экспертами в области детских колясок. Нам, как никому другому, известно, насколько этот рынок огромен и как порой сложно сделать правильный выбор. Не секрет, что одним из важных критериев при покупке является цена. Поэтому мы составили список топ-5 лучших, на наш взгляд, колясок в каждой ценовой категории. От бюджетных до премиальных. В данном видео мы рассматриваем только универсальные коляски 2 в 1, как наиболее востребованные на нашем рынке. Цены, указанные в нашем рейтинге, актуальны только на момент выхода видео и могут быть изменены. Будем идти в порядке возрастания и начнем с самых бюджетных предложений. Хочу обратить ваше внимание на то, что, выбирая недорогую коляску, нужно быть очень осторожным и сильно не продешевить, потому что компромисс между ценой и качеством может оказаться не в вашу пользу. Именно поэтому мы стартуем с наиболее сбалансированной по цене и качеству модели Adamex Prince. Это бюджетная коляска от польского производителя Adamex, и мы как эксперты не видим в ней откровенно слабых мест. Благодаря тому, что это новинка, модель Prince вобрала в себя все необходимые современные технические решения. У нее прочное алюминиевое шасси с надувными колесами и дополнительными амортизаторами. Тормозная система с педалью в виде качельки, а также удобные адаптеры EasyClick, которые позволят без труда отсоединить модули от шасси. Люлька с пластиковой основой. А в капюшоне есть секция с антимоскитной сеткой. Чехол с дополнительным отворотом для защиты от ветра, который пристегивается к капюшону. Матрасик люльки поролоновый. Прогулочный блок довольно типичный, но при этом добротный и со стандартным набором полезных функций. Вес шасси с люлькой 14,8 кг, с прогулочным блоком 14,6 кг. Помимо этого, у Adamex Prince современный дизайн и неплохая комплектация. Сумочка для мамы, дождевик, москитная сетка и подстаканник. В общем, отличное предложение для своей цены. Следующая участница нашего рейтинга – модель Verdi Mirage. И она уже находится в нижнем среднеценовом сегменте. Ее стоимость – 10 440 гривен. Основной фишкой Verdi Mirage являются компактные габариты и относительно легкий вес. Вес шасси с люлькой 13,6 кг, при этом вес самой люльки 4,5 кг. А это немаловажный фактор, особенно для тех, кому придется часто носить люльку с малышом внутри. Также она понравится любителям лаконичного дизайна. Все расцветки модели однотонные, а все заклепки и пластиковые детали шасси в один цвет с рамой. Рама коляски алюминиевая, есть дополнительные амортизаторы. Как у достойной представительницы среднего ценового сегмента, у нее уже гелевые колеса. Они выгодно отличаются от надувных тем, что их невозможно проколоть и нет необходимости подкачивать. Тормозная система Stop & Go, а также удобные адаптеры для замены блоков EasyClick. Люлька с пластиковой основой, обтянута тканью. Капюшон с дополнительной антимоскитной секцией. Матрасик люльки поролоновый. Прогулочный модуль выдержан в таком же лаконичном стиле модели. У него приятная обтекаемая форма и очень легкий вес. Вес шасси с прогулочным блоком всего 13,4 кг. И все тот же набор всех необходимых функций. В комплекте у Verdi Mirage антимоскитный чехол в люльку, а также сумочка для мамы, дождевик и подстаканник. Дальше в нашем рейтинге ярчайший представитель среднего класса универсальных колясок – модель Adamex Monte. Ее стоимость от 11 400 гривен до 12 300 гривен в зависимости от серии. И в этом ценовом диапазоне вы точно не найдете ничего лучше. Эта коляска станет надежным транспортом для вашего малыша как зимой, так и летом. В теплую погоду малышу не будет жарко благодаря огромной встроенной антимоскитной сетке
и антимоскитному чехлу, который идет в комплекте. А зимой малыша согреет теплый чехол с дополнительным отворотом, который пристегивается к капюшону. Под отворотом есть смотровое окошко для зрительного контакта с малышом. Также в холодное время года будут очень полезны теплые муфты с накладками на ручку. Помимо этого, матрасик-люльки из кокосовой койры. Это дышащий гипоаллергенный материал, который поддерживает ортопедически правильное положение малыша во время сна и создает уютный микроклимат внутри люльки. Прогулочный блок также идеально подходит для зимы и лета. Сзади у него большая встроенная москитная сетка, а в холодное время он надежно защитит вашего малыша от любой непогоды. Комплектуется мягким махровым матрасиком и всеми необходимыми функциями. Можно отметить самобытный дизайн коляски, который дополнен аквапринтом с рисунком в стиле карбон на основании люльки. Рама коляски алюминиевая, есть дополнительные амортизаторы, адаптеры EasyClick, колеса гелевые и тормозная система Stop & Go с педалью в виде качельки. Вес шасси с люлькой 14,9 кг, с прогулочным блоком 15 кг. Также в комплекте сумочка для мамы, универсальная москитная сетка, дождевик, непромокаемый матрасик и подстаканник. Как вы могли заметить, у коляски отличная комплектация и большой набор функциональных возможностей, что и делает ее лучшим представителем в среднем ценовом диапазоне. А для тех, кто хочет шагнуть за пределы среднего класса и найти что-то по-настоящему эксклюзивное, мы настоятельно рекомендуем обратить внимание на коляску Юнома Diamond. Стоимость Юномы от 13 400 гривен до 14 800 гривен в зависимости от серии. Конечно же, первое, что бросается в глаза, это ее роскошный дизайн. Основа люльки стилизована под ограненный бриллиант и переливается на свету, как настоящий драгоценный камень. Статусность коляски также подчеркивает жаккардовая ткань, которая отличается своим благородным внешним видом. Расцветки Юнома Diamond разделены на две серии. В базовой серии цвет шасси сочетается с люлькой, а в серии S-Line шасси покрыто роскошным золотым или серебряным цветом, что делает коляску еще более эффектной. Но эта коляска на ступень выше других моделей не только благодаря дизайну. Юнома Diamond сделана по новейшим технологиям и с использованием более качественных комплектующих. Алюминиевое шасси с облегченными амортизаторами нового поколения с возможностью блокировки. Нижние амортизаторы и тормозная система встроены в шасси, что защищает механизмы от попадания грязи и влаги. Это продлит срок эксплуатации и избавит вас от неприятных скрипов. Педаль тормоза в виде качельки. Колеса из вспененной резины, их так же, как и гелевые, невозможно проколоть и нет необходимости подкачивать, но при этом весят они легче. На люльке, как и на прогулочном модуле, установлены запатентованные адаптеры MaxClick с тремя фиксирующими элементами вместо одного, а это полностью исключает люфт во время передвижения. У люльки есть встроенная антимоскитная секция. У чехла есть отворот для дополнительной защиты от ветра, который быстро и удобно крепится магнитом. Матрасик люльки поролоновый. Прогулочный блок такой же стильный, как и люлька. У него есть встроенная антимоскитная секция, приятный дополнительный матрасик и все необходимые функции. Комплектуется теплым и стильным чехлом на ножке с дополнительным отворотом, который крепится магнитом. Вес шасси с люлькой 14,5 кг, с прогулочным блоком 15,3 кг. Также в комплекте стильная сумочка для мамы, антимоскитная сетка, дождевик, непромокаемый матрасик и подстаканник. Одним словом, в этой коляске есть на что посмотреть. Ну и напоследок мы оставили детские коляски премиум-класса. И здесь все не так просто, ведь ценовой диапазон дорогих моделей огромен. Можно встретить коляски за 17, 50 или даже 100 тысяч гривен. Но я должен заметить тот факт, что коляски премиум-класса производятся в основном для европейского рынка, где, как вы знаете, ровные дороги и нет таких суровых зим.
Мы же постарались выбрать именно ту коляску, которая с точки зрения комфорта в эксплуатации оптимально подходит для наших реалий. И это модель бельгийского бренда Invictus V+, цена которой 18 670 гривен. У коляски выдержанный европейский стиль и простые формы, которые подчеркивают ее изысканность. Фишка коляски в том, что при своих габаритах, вместительной люльке и большим гелевым колесам у нее очень маленький вес. Вес шасси с люлькой всего 12,5 кг, при этом вес самой люльки 3,8 кг. Ткань коляски с технологией Gore-Tex. Благодаря дышащей мембране она не пропускает влагу внутрь и предотвращает потерю тепла. То есть летом малыш будет защищен от жары, а зимой от холода. Именно поэтому основа люльки также сделана из ткани, что дает преимущество в весе над люльками с пластиковой основой. В капюшоне есть встроенная антимоскитная секция. Люлька комплектуется матрасиком с наполнителем из материала Memory Foam или память формы. Этот материал превосходно адаптируется под формы тела, поддерживает правильное кровообращение и способствует максимальному расслаблению во время сна. На люльке и на прогулочном модуле запатентованы адаптеры MaxClick. Стильный прогулочный блок со всеми необходимыми функциональными возможностями. Шасси коляски производит сильное впечатление. Для его покрытия используются автомобильные технологии, благодаря чему оно выглядит очень эффектно, а также стойкое к микроповреждениям и царапинам. Помимо этого, отличительной чертой V+, являются подшипники, встроенные в раму, а не в колеса. Это помогает равномерно распределить нагрузку, увеличивает износостойкость и делает коляску более маневренной. А также у модели инновационные амортизаторы, которые вместе с тормозной системой встроены в шасси и защищены от попадания грязи и влаги. Тормозная педаль в виде качельки. В комплектацию коляски входит сумочка для мамы, антимоскитная сетка, дождевик, непромокаемый матрасик и подстаканник. Это была наша версия топ-5 лучших колясок 2 в одном из каждой ценовой категории. Все модели очень качественные и соответствуют своей цене. Именно поэтому они и попали в наш рейтинг. Напишите в комментариях, какая коляска понравилась вам или какой вы пользуетесь. Уверен, это будет полезно молодым родителям. А с вами был детский интернет-магазин Карапузов.com.ua. Подписывайтесь на наш канал, жмите на колокольчик, чтобы получать новые полезные видео. Я вам желаю никогда не ошибаться с выбором. До скорых встреч, пока!